Здравствуйте, коллеги. У нас сегодня достаточно сложная тема. Будущее дошкольного образования в эпоху цифровизации. И сложная она является потому, что фактически очень разные объекты собрались. Будущее, цифровизация, образование, которые фактически не однопорядковые. В последние десятилетия очень много изменилось в системе образования, в развитии мира, и об этом говорили фактически все выступавшие передо мной. И поэтому я бы хотела, когда встает вопрос, где не все ясно, или особенно когда звучит такая тема, где кажется на первый взгляд все ясно, то задаться вопросом. И вот наш вопрос, сейчас попробую. Что-то у меня тоже не получается. А, вот, получилось. Что такое будущее, что такое цифровизация, что делать с образованием? На самом деле, кажется, что с будущим все понятно. Но когда мы говорим о дошкольном образовании, возникает вопрос, а о каком будущем дошкольного образования мы говорим? Сейчас у меня опять тоже что-то не получается. Вот. Да, трудности. Какой мы рассматриваем период времени как приоритетный? Мы рассматриваем 10 лет как будущее дошкольного образования, 50, 100 или 1000. Я вам сейчас покажу три графика, которые фактически соответствуют прогнозным графика, которые соответствуют прогнозу на 1000 лет, на 100 лет и где-то на 10 лет. Я всегда, когда занималась прогнозами, имела дело в основном со 100-летней прогнозной шкалой. И до 1000 лет мне как-то не приходилось заглядывать в 1000 лет. И всем присутствующим понятно, наверное, что, ну как, зачем, собственно говоря, говорить о детском саде через 1000 лет. И тем не менее, я прошу обратить ваше внимание на зеленый график. Понятно, что он очень трудно читается с ваших мест. Но тем не менее, скажу, что меня в нем потрясло. И я не могу с вами об этом не поделиться. Вы видите там белую такую кривую, на которой стоит белая точка. Эта белая точка обозначает рубеж 1000 лет. И что происходит в эти 1000 лет? Оказывается, сегодняшние языки в мире развиваются так быстро, что через 1000 лет ни одно слово из современных языков не сохранит своего содержания. А второе, что меня очень удивило, напрягло и испугало, можно даже сказать, это когда я прочла второй прогноз о том, что в отсутствие человека большинство конструкций строительных рухнут, потому что их несущая способность себя исчерпает. То есть, постойте, 1000 лет, то есть это 20 поколений всего, а нам обещали 40 миллионов лет, когда погаснет солнце, тогда земля потухнет, то есть ты живешь, рассчитывая, что у человечества впереди 40 миллионов, а оказывается, что всего 1000. Что происходит дальше на этой кривой? А на этой кривой приблизительно в это же время происходит смена полярной звезды на новую полярную. И только к 8000, на 8000, через 8000 лет, то есть тогда будет 10-тысячный год, написано о том, что возрождается человечество, что человечество празднует свой юбилей. Вернее, не, извините, день рождения. Что получается? Тогда все те изменения и все те события, которые случайно попадают тебе, хотя ты ими не занимаешься, и которых многие из вас слышали. Ну, например, продажи участков на Луне, космический туризм, изобретение большого количества новых видов космических ракет, все это становится не таким уж бессмысленным, и тем более не бессмысленным, как мне раньше казалось, становится ежегодная Гарвардская конференция, как нужно изменить ДНК человека, чтобы он мог выжить на Марсе.
Получается, что на самом деле человечество сегодня ведет колоссальную работу по тому, чтобы фактически вот к тысячелетней годовщине или через тысячи лет прийти с достойными результатами. На что это влияет? Казалось бы, на дошколку вроде и не влияет даже, но это влияет на все прогнозы, которые мы делаем в 100 лет, которые мы делаем с 2000 по 2099. Да? Каким образом это влияет? Они должны быть жестко подчинены задаче сохранения человечества. То есть не каким-то мелким задачам, а крупной задаче. И с этой точки зрения нужно смотреть. К сожалению, приходится отметить, что большинство этих прогнозов совпадают только с реальностью, только в тот год, на который они и были сделаны. Они фактически в основном являются результатом инициатив бизнеса и, конечно, громадных корпораций. Но мы понимаем прекрасно, что они должны подчиняться и совершаться как раз в зависимости от каких-то решений, которые вырабатываются не одной страной, а всем человечеством. И мы приходим как раз к той части, которая регулируется, к политической части, к системе образования, как она меняется. Для того, чтобы сделать вот те открытия, которые позволят человечеству все-таки сохраниться, и чтобы здания не разрушились, потому что человека не будет, фактически нужно больше исследователей. Почему? Потому что доказано, что чем больше исследователей, тем больше открытий. Для того, чтобы было больше исследователей, которые будут делать открытия в этом прогнозе, мы должны их воспитать. И это должна быть особая задача. Вы сами видите части этой задачи в постановке новых программ STEM, усиление роли науки в детском саду и так далее. Но это только часть. На самом деле, для того, чтобы нам собрать все свои усилия для того, чтобы человечество все-таки осталось на Земле. Хотя, может быть, вам сейчас, сегодня, кажется, что это, в общем-то, бред. Но, тем не менее, такая опасность есть, и мы должны что-то сделать. И зависит это от того, кем мы выступаем в области дошкольного образования. Являемся ли мы объектами, то есть людьми, которые подчиняются законам, которые действуют по строгим предписаниям, которые зависят полностью от того, что сказано в ГОС, что потребовал Роспотребнадзор, Рособорнадзор. И мы зависим еще, либо мы являемся субъектами, то есть теми личностями, которые как-то управляют образованием, понимая, что они идут на какие-то, что они выбирают. Либо мы являемся личностями, которые борются за свои идеи. И мы понимаем прекрасно, что добиться вот того, чтобы реализовались прогнозы, которые изображены на зеленой схеме, мы должны быть все-таки личностями. И более того, мы должны воспитывать личностей. И у нас меняется вся система подходов к образованию ребенка-дошкольника, потому что, как было справедливо сказано предыдущими выступающими, дошкольное воспитание является базой для всего остального. Сейчас я попытаюсь еще. А теперь мы поговорим о, может быть, не такой важной, хотя сегодня этому придается большое значение, а не о таком важном аспекте, как цифровизация. На самом деле, почему я говорю, что это не такой важный аспект? Потому что он является лишь одним из многих переменных, которые сегодня с нами происходят. Обычно цифровизация, так же как гендер, так же как толерантность, очень, когда эти термины только-только получили свое развитие, очень мало кем понималось. И сегодня про цифровизацию говорят по-разному. И когда они и говорят, чаще всего ловишь себя на том, что не все хорошо это понимают. Цифровизация или оцифровка – процесс преобразования информации в цифровой.
То есть машина – читаемый формат, в котором информация организована в биты. Ну, казалось бы, совершенно технический термин. Почему он сегодня играет такую роль, на первый взгляд, не очень понятно. Кстати сказать, в будущем тоже непонятно, будет ли он играть такую роль, как сегодня, потому что человечество может дойти до каких-нибудь иных технологий. Сейчас еще придется подождать. Вот. А на самом деле, если мы посмотрим, что сегодня происходит в мире, значит, что мы живем в эпоху семи революций, и если мы посмотрим в этом списке, где популяционная, ресурсная революция, управленческая революция, экономическая революция, технологическая, информационная революция занимает только седьмое место, за ней, вернее, шестое место, и рядом с ней идет образовательная революция. И если мы, опять же, вернемся к тому указу, про который все тоже он был, много раз упоминался, так, то мы увидим, что большая часть пунктов этих революций они нашли отражение в этом указе, в том числе и информационная революция. И во всяком случае мы понимаем, что сегодня мы каким-то образом реагируем на те изменения, которые происходят в мире. Но что мы должны сделать? Так, брюки превращаются. Значит, что нужно делать в системе образования? В ответ на цифровизацию. И мы видим, что система дошкольного образования, она фактически каким образом может соотноситься с цифровизацией? Мы можем рассмотреть дошкольное образование в цифровом обществе. Мы можем рассматривать цифровизацию системы управления дошкольным образованием, и мы, наконец, можем заниматься цифровизацией образовательных ресурсов. Значит, так. Дошкольное образование в цифровом обществе. Что сегодня происходит? Строго говоря, об этом тоже уже говорилось. Смена образовательной парадигмы от ориентации на устойчивую внешнюю среду к постоянно меняющемуся миру. Обновление знаний каждые 2 года. Проектирование воспитательно-образовательной работы с учетом новейших знаний о функциях мозга. Все это сегодня уже упоминалось. Визуализация познавательных процессов. Переход к телепатическим системам. Развитие процессного мышления. Развитие конструктивного мышления. Интуиция становится важной составляющей образовательного процесса. Развитие неинституциональных форм образования. И все это с учетом негативной внешней среды, которая будет возрастать, к сожалению, и ослабленного психофизиологического состояния нового поколения. То есть перед дошкольным образованием и перед цифровизацией дошкольного образования стоят очень серьезные проблемы. Что мы скажем о цифровизации системы дошкольного образования, самой системы, его управления? Она нужна очень сильно, но вот недавно ходил анекдот о том, что цифровизация в российском обществе означает, что нужно отсканировать документ, подписать и в таком виде его отнести руководству. Тем не менее, сегодня административная деятельность – это колоссальная часть индустрии образования. И если мы не перейдем на новый уровень в освоении образовательных технологий, то, к сожалению, мы можем очень сильно отстать и не выполнить те задачи глобальные, которые стоят перед миром. Когда говорят о цифровизации в системе вообще образования, то в первую очередь имеют, конечно, административную цифровизацию. Анимацию, единые образовательные платформы, ресурсы в интернете, подготовку педагогических и управленческих кадров, онлайн-курсы, онлайн-экзамены и цифровые учебники. Мы понимаем, что у нас имеется колоссальный ресурс, но есть одно большое «но». Даже не одно большое «но», а несколько маленьких «но». То, что далеко не на всей территории России хорошо действует система цифровая. И далеко не во всех регионах доступен достаточный интернет.
И второе, что на самом деле даже те ресурсы, которые на сегодняшний день, образовательные ресурсы, которые на сегодняшний день оцифрованы, а их оцифровано всего 3%, на самом деле только 7% из этих 3% используются педагогами в своей работе. Если мы проанализируем подготовку кадров в вузах, то с удивлением обнаружим, что фактически в вузах очень редко когда знакомят с новыми платформами, с ресурсами, которые имеются в интернет. Более того, педагогически эти ресурсы никак не обработаны вовсе. Ну и, наконец, цифровизация образовательных ресурсов, про нее я тоже сказала. Список цифровых ресурсов, которые нуждаются и которые доступны для цифровизации, гораздо меньше, чем предыдущий список, но тем не менее, как мы уже говорили, в отличие от того, что 46% как бы медиаресурсов оцифровано, которые сегодня имеются у человечества, для образование, эта цифра составляет только 3%. Когда люди говорят о цифровых технологиях в области образования, они подразумевают компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны. Что это такое? Это экраны. И надо сказать, что если вы спросите, значит, специалистов, вредны или полезны экраны для здоровья детей, особенно маленьких детей, все однозначно скажут: вредны. Более того, те многочисленные исследования, которые сегодня ведутся в разных странах мира, преимущественно в Австралии, в Новой Зеландии, в Америке, в Великобритании, по поводу того, насколько влияют экранные технологии на детей, в основном сейчас приходят к тому, что влияют очень плохо. Я не буду здесь перечислять список болезней, которыми они грозят, потому что мы оказались как бы в ловушке в некоторой. С одной стороны, мы все прекрасно понимаем, чтобы двигаться дальше, и при том, какое сегодня в мире цифровые технологии имеют влияние, вроде бы надо. С другой стороны, мы понимаем, что это действительно очень-очень вредно. Мне очень понравилась ситуация в Америке, как это ни странно, потому что на протяжении 10 лет там сражалась, что называется, коммерческая наука. Давайте говорить честно, что у нас имеется коммерческая наука и общественная наука. И на самом деле вот этот закон в США, который был принят и который четко расписал для каждого уровня образования, в какой степени позволительно задействование новых технологий, там под каждым пунктом закона перечень фамилий авторов и ссылка на их исследования, по результатам которого этот пункт был внесен. И мне кажется, вот это очень хорошее, как бы, это очень хороший пример. И таким образом, несмотря на то, что вот борьба между этими науками, коммерческой и общественной, была достаточно ожесточенной, мы пришли к тому, что любая технология, которая вводится, она сталкивается, и чем дальше, тем больше она сталкивается с этическими проблемами. Вопрос любой технологии сегодня – это вопрос этики. Поясню на простом примере, потому что, может быть, и не всегда до конца ясно, какие функции новые технологии могут играть в детском саду. Вот возьмем дома, на кухне или в ресторане, стоят СВЧ-печи. Все знают, что они вредны, но тем не менее мы ими пользуемся. Почему мы пользуемся? Потому что мы для себя решили, что мы готовы нести известные риски для того, чтобы убыстрить процесс приготовления пищи. Да, то же самое получается с любой технологией. Поэтому сегодня педагогу, родителю и управленцу, и родителям необходимо решать вопрос о том, насколько они готовы пожертвовать здоровьем своего ребенка или ребенка, который верен их попечению, для того, чтобы обеспечить или не обеспечить его развитие.
И опять же, мне кажется, что мы должны задуматься над презумпцией безопасности. Мне кажется, что ни одна технология не должна быть допущена в детский сад, пока не доказана ее безопасность. Но тем не менее, мы должны подготовить детей к той жизни, в которой мы сами живем. Хотя бы. Мы потом будем их, значит, потому что эта жизнь уже ускорена, и эта жизнь уже идет по тем законам, которые, значит, назвал Аркадий. Так как же мы должны воспитывать детей, чтобы выиграть эту четвертую технологическую или индустриальную, вот 4АР, это и обозначает индустриальная революция, или вот 7, мне больше нравится деление на 7 революций. И первое – это сотрудничество общества, бизнеса и государства в определении образовательных приоритетов, потому что до сих пор они у нас все-таки не определены. Мы только к этому подходим. Развитие личности, потому что преодолеть те проблемы, о которых я говорила, возможно, только развивая личность. Обучение горизонтально, а не вертикально, так же, как и воспитание. Взаимное обучение, средовое обучение. Развитие мягких сетевых навыков. Приобретение культурных компетенций. Замена запоминания творческим решением проблем, их поиском. Разработка и тестирование альтернативных мер познания. Альтернативные пути обучения и развития педагогов. Формирование так называемого кода профессии. Ставка на лидеров образования. Признание и устранение для воспитанников и педагогов социально-экономических проблем, таких как жилье, болезни, инвалидность и питание. То есть, к сожалению, все последние исследования показывают, что наибольших успехов в образовании достигают дети, которые живут в лучших жилищных условиях, дети, которые лучше питаются, и дети, которые вовремя получают медицинскую помощь. И, конечно же, реабилитация имиджа педагогов. При этом все эти пункты, которые перечислены, они должны быть, обязательно присутствовать в любой программе развития образования. Вместе, а не выборочно. Ну, это вот, может быть, для того, чтобы развлечь под конец выступления аудиторию, потому что уже сейчас существуют обучающиеся и самообучающиеся роботы. И вот что можно сказать о компетенции педагога-дошкольника 21 века, исходя из того, о чем я говорила. Это в первую очередь этико-правовые знания, биофизиологическая подготовка, а лучше нейрофизиологическая, подготовка в области науки, технологическая подготовка, цифровые навыки и компетенции по принципу ECDL, знания в области экологии и устойчивого развития, билингвы. И педагогам, конечно, необходимо ежегодное повышение квалификации, если не ежедневное. Во всяком случае, я понимаю, что сегодня нам чрезвычайно далеко для того, чтобы удовлетворить все компетенции. Но давайте подумаем, в 2019 году должны вступить новые компетенции. Да? Мы с 2019 года в законе заложено их начало их реализации. Но мы понимаем, что фактически ни одна из перечисленных здесь компетенций не входит в то, что разработано для педагогов. Мы понимаем, что мы в 2019 году получим еще одно законодательство, которое от нас отбросит далеко. Спасибо большое за внимание.